со света. Это комплекс жилых домов, который строится по кирпичной монолитной технологии на купольных высотах компании «Кумисты Крастай». Комплекс «Чудеса света» расположен во Всеволожском районе, недалеко от деревни Аро. Реализован проект будет в несколько очередей, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Расположится комплекс на участке 37 гектаров. Комплекс запланирован как малоэтажный. Высота здания – 4 этажа. Первый этап строительства включает в себя 15 домов трех типов. Статус жилья в новом жилом комплексе застройщик. Компания «Мистер Петросталь» определила как эконом-класс. Проект реализуется в соответствии с федеральным законом номер 214. До ближайшей станции метро проспект Большевиков можно добраться на транспорте за 30 минут. Кольцевая автодорога находится в 6 километрах от комплекса. С Петербургом населенный пункт связан маршрутными автобусами и маршрутными такси. Комплекс находится в экологически чистом и зеленом районе, но при этом удобном и безопасном. В 900 метрах располагается Колтушское сельское поселение. Здесь есть общеобразовательная музыкальная школа, детский сад, есть торгово-развлекательный центр. Неподалеку Колтушское озеро, лыжная трасса, которая освещается в темное время суток, и другие площадки для активного отдыха. Проектом предусмотрено строительство детского сада и начальной школы. Более трети территории будет озеленено. Строительство ведется по принципу комплексного освоения территории. Предусмотрены открытые парковочные места. Привлекательная цена на начальных этапах строительства будет расти с развитием территории. Из способов оплаты принимается стопроцентная оплата или рассрочка. В квартирографии проекта предусмотрены квартиры-студия 28 квадратных метров, однокомнатные квартиры от 38 квадратных метров, двухкомнатные от 50 квадратных метров и трехкомнатные от 78 квадратных метров. В каждой квартире запланировано остекление лоджии. Застройщик достаточно давно работает в сфере строительства, и им были реализованы многие другие проекты. Актуальные цены и наличие квартир можно посмотреть на сайте nmarket.pro.